Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой конференции, прежде всего наших дорогих спикеров. Во вторую очередь, это все, кто принимал участие как слушатели, вели себя активно, задавали вопросы. Мы этого и добивались, чтобы конференция была интерактивной. Мы постарались подобрать, на мой взгляд, интересные случаи, осложнения, в основном осложнения и методы их коррекции, профилактики, лечения. Я очень надеюсь, что в следующем году мы также будем проводить уже пятый по счету Moscow Breast Meeting. Мы подумаем и обсудим, кто будет из спикеров и какая тематика этой конференции. Но судя по четырем прошедшим уже конференциям, могу отметить, что участников все больше и больше. Каждый день мы заканчиваем в 8 вечера, и полный зал. Это говорит о том, что, наверное, людям интересно, а не о том, что им некуда идти. Поэтому я еще раз благодарю всех за принятое активное участие и надеюсь увидеть вас всех в следующем году.